соратники, ополченцы, жены, матеря, родители, кто нас слушает, говорит с вами командир мобильной группы подразделения «Беркут», военная полиция Краматорск. Позывной мой Кадрик, кто еще не знает, рад со всеми еще познакомиться. Вот, ребят, хочу к вам обратиться через канал ВЭЛА, Юзовка или общих наших друзей «Донбасс помощь». Здесь, так как, к сожалению, сейчас очень, скажем так, сложно и по времени, и по боевым действиям записать по видео, конечно, буду стараться к вам еще обратиться на помощи еще раз. Попросить вас всех наших друзей, которые нам помогали, помогают и будут помогать, о помощи, скажем так, стыдно немножечко просить, но другого варианта нету. У нас очень туго с бензином, вот, нам нужны, если, может быть, у кого-то где-то есть, нужны пустые рожки на 5,45, 7,62, нужны прицелы, обратно же 5,45, 7,62, нужны те же самые еще разгрузки. Да не поверите, ребят, нужны даже элементарные для моего подразделения вот эти кряковки, блин, на машины, так как иногда мы очень-очень, ребят, быстро летаем на вызовы и по, скажем так, боевой вывозке, а народ все-таки ездит. Вот, поэтому я вас очень-очень сильно попрошу лично от себя. Многие меня знают, многие не знают, ну, я думаю, о себе плохого не мне, в принципе, решать, но, по крайней мере, ступало, я думаю, не поступят. Поэтому моя просьба, ребят, у кого есть возможность помочь нам финансово, помочь теми же самыми прицелами, рожками, разгрузками и так далее и тому подобное, ребят, обратитесь, пожалуйста, есть в Донецке пункты сбора, есть позывной «Кибербоб», есть в Ростовской области Александр Ростовский, наш тоже общий друг, есть пункты сбора в Москве. Все это можно выйти на людей, которые это все собирают, или здесь в канале Юзовки, или в «Донбасс помощи». Вот, за все средства или то, что поступило ко мне на подразделение или, допустим, пришло на блокпосты, я лично отвечу перед всеми, то есть у кого если будут какие-то вопросы, чтобы не думали, что куда-то пойдет налево или, скажем, пойдет на карманы. Я вам, скажем так, обещаю, что я лично и мое подразделение создано не для того, чтобы рассылать это по карманам или продавать, или еще что-то. А это для, скажем, для нашего общего дела. Вот. И каждую копейку, ту помощь, которую вы оказываете денежную, у меня идет строгий контроль. Вот. Поэтому, ребят, лично от себя хочу сказать огромную благодарность тем людям, которые нам уже помогали и помогли. Огромную, ребят, действительно вам большое спасибо. Вот. Почему? Потому что, ну, туговато очень с этим. Поэтому бензин уходит, я вам скажу, очень-очень быстро. На него нужны деньги, и деньги не маленькие. Так как мотаемся мы... Ой-ой-ой, как. Что еще могу сказать, ребят? Ну, кроме своей благодарности и о том, что вы нам помогаете, есть все-таки добрые люди. Ну, больше мне добавить нечего. Спасибо вам, ребят, большое. Если действительно у кого-то будет такая возможность, я вас прошу, будьте так добры помочь нам тем, что, скажем так, у вас есть. Спасибо еще раз всем за внимание. Седьмой. Смотрите, ребят, буквально вчера и сегодня мы работали новыми установками 120-ми нонами. Вот, спасибо нам общим друзьям. Ну, я думаю, вы догадываетесь, кому. Вот, они к нам были благополучно доставлены.
И вчера по аэродрому вчера были отработаны ноны новые, 120-миллиметровые. Причем на них работали, я вам скажу, наши общие хорошие друзья, которые приехали к нам в Донецк, ну, товарищ седьмой, я думаю, если потом даст добро, я вам их озвучу. Вот, они были тоже там. Отработали очень хорошо. Сегодня была отработана стела и Карачун, то есть теми же самыми нонами и тяжелая техника. Вот, тоже было отработано шикарно, было пару ответок, но ответок обратно уже в неизвестную сторону, как правило, с их стороны, то есть вот. Дальше в разработках идут еще пару точек. Вот, были сделаны вылазки на ихние блокпосты. То есть с вашей помощью, ребят, было доставлено нам два прицела ночного видения, очень-очень хорошие. На один прицел уже можно рисовать 4 звезды, на второй прицел 3 звезды. Вот, то есть, что я вам скажу про этих ребят. Ребята сидят на расслабоне, ребята бухают. Вот, ребята, скажем так, не воюют, а приехали побухать и покричать, какие они классные, ну и пострелять мирных жителей. То есть, поэтому работа ведется. В центр города, я вам скажу, зайти будет очень-очень сложно и трудно. Артиллерия у нас есть, тяжелая техника у нас есть. Да много у нас чего есть, ребята, я вам скажу. Поэтому город Махрем из Владимира. Пусть они на это не надеются, если кто нас слушает из украинских друзей, вот, я вам так скажу. Ребятки, мы все боевые, все подготовлены. Проблема у нас, я вам скажу так, с чем есть, это с транспортом. Очень большая, то есть, я вам скажу так, у меня на подразделении было 5 машин, вот из них две, одна уже вышла из строя. К сожалению, запчастей на нее нету. Нет у нас сейчас базы, если там мы решаем. А вторая вот на подходе. То есть остается у меня 3 мобильные бригады. 3 мобильных у меня, получается, остаются сидячие. То есть вот вопрос машин мы решаем. Проблема у нас с бензином довольно-таки очень серьезная. Почему? Потому что мои подразделения мотаются с утра до вечера, контролируют город. Вот, вот не только, скажем так, мы ездим на вылазки на боевые, ну и мародерство и так далее и тому подобное. И боремся, естественно, с мародерством и безнаказанностью наших тоже ополченцев. Вот, этим мы тоже занимаемся. С беспределом в городе проблемы у нас есть с обмундированием, но я вам обратно же вам еще говорю, благодаря вашей помощи, даже финансовой, я вам скажу так, все бойцы у меня одеты от и до, за ваши деньги. Я этого не боюсь никому говорить, то есть за все время мы выделили только 3-4 разгрузки, все остальное мы купили, все за ваши деньги.